В настоящее время отрасль работает стабильно. Действительно, выполняются все показатели финансово-хозяйственной деятельности. По одному не достигли пока по экспорту, но вместе с тем выполняется задание по экспорту в страны Европейского Союза, в Китай, и мы достигли оптимального распределения между рынками 30-30-30. У нас нет зависимости сегодня от одного какого-то конкретного рынка. Кроме того, мы достигли исторического... Это молодец, это хорошо, что вы диверсифицировали рынки и по треть поставляете на разные рынки. Это хорошо. Кроме того, у нас действительно исторический рекорд. 75% из всего того, что мы производим, мы продаем. Продаем, но не за бесценок же. Нет, продаем по рыночным ценам. Средняя рентабельность у нас сегодня выше 7% по отрасли.